Здравствуйте, игры разума приветствуют вас! Я продолжаю поиск алтаря еды какого-то червя. И остановился я, копая где-то в подземелье. Где-то в подземелье, где музыка такая электрическая и сводит с ума, но все равно прикольная. Я продолжаю. Значит, теперь у меня куча всяких ништячков. Что это? Это, Тим, бесполезная вещь, в общем, когда я уже взял железо. О, здесь вода. Нет, я в воде не хочу тусоваться, ребята. Нет, ни капельки, ни капельки. Вода — это не мой конек. Посему скелетрон маленький. Маленький такой скелетрончик. Я не смогу... А, я смогу сделать так. Да. Ты такой, я маленький, меня обманывает вот тот чувак наверху. Он. Бомба. Бомба. Зачем бомба? Чтобы ее тут же взорвать, интересно? Что это? Бесполезная вещь, вероятно. Да, давай я взорву бомбу. Почему бы нет? Нет, бумеранг, останься со мной. Ты же супер бумеранг. Хотите посмотреть, как взрывается бомба? Я тоже. Убегай! Вот так она и взрывается. Не очень эпичненько, зато кирпичненько. Тут тупик, тут вода. А я не хочу лезть в воду. Намочу еще свои штанишки. Ай! Куда же мне идти отсюда тогда? Не идти же вниз. Вроде бы этот алтарь должен быть где-то более вверху. Так что я, наверное... Как-то я, наверное... Нет, чтобы было веселее, я пойду дальше. Кто там чавкает, а? Кто чавкает? Посмотри мне в глаза и скажи, ты ли это чавкаешь? Ставь свечку. Ставь свечку за упокой. Надеюсь, еще нет. И я продолжу. Вот так вот. Вот так. Пусть он не закончится просто тупиком. Тупым тупиком. Я расстроюсь. О, нет. Тут кто-то бегает. Ой, как у вас там много. Что же вы там охраняете? О, какие-то камни. Камни, драгоценности. Давай, скопну я вам. Давай, скелетрон, камон. Камон! Давай. Я могу и побыстрее нажимать махание. Давай. Бе! А! Получай! О, большой слизняк. К нам в гости пришел папа слизняк и получил стрелу себе прямо между слизлявых глаз. Ха-ха-ха! А, маленькие слизнячки. Желе. Желе и стрелы. День чудесный. Да пошли вы все. Прыгай! Так. Отлично. Хе-хей. О, и червяк еще этот. Да, не можешь прицелиться, потому что я прыгаю. Ну, ты мой маленький, попробуй еще. Давай, умри. Вот камушки. Вот их-то они охраняли. Давай, ну. Хе-хе.
Давай. Уже папа устал от тебя. Летаешь тут и... Кто это? Сапфиры, yes! Я богат! Сапфиры. Круто. О! Ставь, ставь. Я сказал ставь. Поставь. Что это было? Еще один сапфир. Летучая мышь. Твои дни сочтены. Где? Где? Вот она. Yes. И я становлюсь все круче и круче. День ото дня. Куда я могу пойти тут, а? Интересно. Ну, пойду наверх. Надеюсь, здесь можно куда-то выйти. Да, можно. Иди, Антон, тебя ждут. Великие свершения в стране задроти. Давай. Ставь, копай, ставь, копай. Что там? Ничего интересного хочешь сказать? Не может быть. Не может быть. Да, и правда, нифига интересного тут. Просто... куча всякого трэша. Так, вот там, по-моему, немножко железа есть, но... мне на самом деле что-то впадло его копать. Нет, видите, не впадло. Что это такое? Что это? Топаз! Ох-хо-хо! Здравствуй, здравствуй, топаз. Иди к папе. Вот так вот. И продолжу тогда вот сюда вот. Прям какое-то сокровищница природная. И что здесь? Здесь абсолютно ничего интересного. Давай, иди ломай стены. Вперед! Приключения зовут! Что там было? Ничего интересного. Блин, мне так не нравится по таким маленьким канализациям ходить. Поэтому я... возвращаюсь-ка я домой, посмотрю, что за парень такой... что за парень такой прибыл ко мне? А, это... вот. Медсестра? А что ты тусуешься у меня в комнате-то, а? Офигела? Нет, медсестра. Ну ладно. Ты миленькая. Привет, привет, медсестра. Нет, не хочу я лечиться. Вот это вот... давай посмотрим, что у тебя есть. Какое-то... приспособление для... крафтинга чего-то! Крафт... дайерс. Silver Dyer. Ну ладно. Вот так вот. Куда мне еще сбегать? Наверное, выложу немножко сейчас барахлишко. Статуя ангела. Вот этому я продам сейчас. Давай шопиться. Шопиться? Так шопиться, на тебе. Это тебе. И сундук тебе. Что снова тебе? Не, ловушку мне. Все. Все, парень. Тебе больше, по-моему, мне нечего тебе дать. Ты и так слишком... слишком возомнила себя. Как круто закрыть дверь перед собой!
Вот так, пока. И чтобы скрафтить такого ненужного, и сейчас я скрафчу немного железяки. Пум-п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 ум. А чё так медленно? Давай быстро, быстро. Вот, железяку. Yes! Yes! И теперь я наконец-то смогу, наверное, сделать себе защитный железный сет. Так, траву я переложу. Потом. А сейчас хотя бы сделаю себе железные шмотки-пришмотки. Это был Тим. Тим-Тим, откройся. Тим-Тим, отдайся. Тим-Тим, не бойся и не стесняйся. Тим-Тим-тим-тим-тим-тим. Дождик пошел. Как хорошо, что я... Давай, крафтся. Yes. Yeah. Шлем. Что лучше, шлем или ножи? Ножичи. 25. 2 дефенса. Шлем тоже 2 дефенса. Ну, пускай будет. Шлем на голову. Все. Больше мне нечего купить. Потому что, то есть, скрафтить. Потому что у меня 50. 50 железа. Да, не хватает железяки. Может, торговца есть железо? Эй, шопер! Что у тебя? Ничего у тебя нету. Ты ничтожество! У тебя что есть? Горняк. Горняк, горник. Ничего нету. Так, оставайтесь одни тогда. И смотрите мультики. А, продам-ка ему деревянную броню. Раз ты такой на... Ну, купите мне броню, броню. А, в общем, он не котируется. Будешь ты мне выпендриваться, не котируется у тебя. На, сундук-то, съешь. Сапфир, это я положу себе в нужное место. Типа вот сюда. Сапфир, там... Сильвер, Сильверстоун, Оливер Сильверстоун. Это мне нужно будет. Это гранаты, корень непонятно чего, ктулху какой-то. Лежи-ка ты и корень. Так же эти семена. Веревку надо продавать. К чертям. Бесполезная фигня просто. Просто занимает. Занимает у меня. Давай, шопиться. Шопиться так шопиться, на. I'm a rich man now. I'm so rich. Так, камень пойдет к камню. Все. А, еще ловушку мне тут надо как-то куда-то сныкать. Ну, не так, парень. Давай, пойди туда в ловушку. Ловушкин старт. Монетки. Забирай, когда с тобой разговаривают высшие члены общества. Куда? Куда положил эти серебряные монетки? Идиот. Где? Ладно, я их не вижу. Ну ладно. Надеюсь, они где-то у меня. Вот куда тут? Так, так. Так, так. Так. И Купер. Оливер Куперс. Да что же это такое? И где блинкует? Пам-пам-пам. Не хочу я с тобой крафтиться. Я уже умный. Сам умею. Так, помещу тебя сюда. Так. Так вот. Тут просто блоки какие-то непонятные. Грязи. Мрази, мрази.
Это все бесполезно. Пока. Топазик, да-да-да, топазик, я про тебя помню, топазик. У нас с тобой будет славное будущее. Славное, мой друг, славное. Пока полежи тут. Топаз. Железо. Железо лежит тут. Еще нужно ноги скрафтить. И я буду настоящим железным мужичком. Все, больше ничего. Ничего нет. Граната, это все, все пригодится. Линзы. Зачем она нужна, я тоже пока не знаю, но я обязательно узнаю. Я столько узнаю. Уже 4 этих линзы. Бомбы, гранаты, это хорошо. Дерево, все. Так, вот наступил новый день. У меня есть немножко времени, я еще пробегусь по пещеркам. Ребята, не поминайте лихом. Ху-ху. Я поставил сюда факел, чтобы когда будет кровавая луна и прибегут много-много диких зомбиков, они не смогли просто открыть дверь. Да, вот такой трюк. Я иду к кошуле, я иду. Кто это? Что это за рыбище? Так, ходил я сюда или не ходил? Покажись-ка. Где я? Ага, ага, ходил. Ходил, и здесь было как-то скучно. Ага. Значит, я пойду дальше. А может быть, я все-таки его встречал, просто пропустил, потому что я такой... Пропустил его? Мистер пропустил его. Давай-ка я пропущу какую-нибудь полезную вещь, а потом скажу, что мне ее нужно найти, и буду ходить в туалет в других пещерах, и не найду ничего полезного. Вот железо, вот железо. Копай железо, покуда горячо. Копай. Копай. Шкапай. Ага. Все. Так, быстрый забег. Парень, ты мне не нужен. Так, я ищу классную вещь, которая называется... Чика-чика-чика-чика-чика, мои летающие рыбки, чика-чика, я намажу из вас, сделаю бутербродики. Чики-чики-чики, вообще-то я вегетарианец. Но ради игры, можно сказать, что-нибудь подобное. Надо пробежать внимательно. Может, я правда что-то упустил, где-то оно уже было, а я мимо пробежал и сказал, о, да-да-да-да, это неинтересно, мне не нужно. Так, тут вроде бы нету. Так, да, здесь нету. Пойду вниз. Быстрый забег в поисках алтаря призыва. Я-то уже модный парень. Мне, в общем-то, 140 жизней. Что мне бояться-то? Что это? Камень. Бесполезный камень. А вот там наверху что-то полезное. Давай. Давай. Не ударь в грязь и гуляйся лицом. Ой, желтый слизень пришел. Что такое здесь? Ничего интересного. Ничего интересного. Ой, какой слизень пришел. Сейчас ты получишь. Ну какой агрессивный. Я тоже агрессивный. Получил? Давай сюда свои деньги, слизень. Так, сюда я не пойду, потому что здесь тупик. Не ожидал тут папочку встретить. На. Я такой сутенер слизней. Давайте мне свои. Давайте все свои деньги слизни. Я вам дам хлеб и ночевку.
Появись. Ладно, я побоюсь сюда плыть, там может быть что угодно. У меня нет светящейся никакой лампы подводной. Ну и тусуйся там. Идиот. Что здесь? Слизни. Так, слизни. Ты мне не устраивай здесь показухи всякой, а? Дай мне спокойно карту посмотреть, куда мне бежать. Так, я тут был, можно вверх пойти постараться. Давай постараемся. Давай я постараюсь. Вот так вот. Откуда же эта вода течет? О, круто. Вода стала желтой. Была желтая, стала нормального цвета. Странно. Прикол. Так. О. Что-то песочное здесь такое. Шурикены опять. О, вот кровавый корень еще один. Может, он правда для чем-то нужен? Конечно же, нужен. Просто ты еще ничего не знаешь об этом мире. Глупец. Глупец. Yes. Давай, красный слизень. Сразимся. Yes. Что это такое? Сейчас я чувствую. Выкопаю-ка я. Опа. Я сделаю хитро. Ой, хитрый я хитрец. Хитрющий. Барабан, песочек, еще песочек. Очень веселая вещь, копание песочка. Поставь, я сказал, поставь сюда. Ха-ха, этого слизня смыло. Просто смыло. Пока-пока, слизень. Помаши маме, папе ручкой. Я тебе отправлю открытку на день благодарения. Блин, какой здесь большой кусок. Похоже, их просто... забаррикадировали. Может, там правда что-то интересное? Я не напрасно трачу время на вскапывание этого отстоя. Сейчас водичка как польется. Чувствую, польется. Все, достаточно. О, yes, я не зря сюда шел. Здесь много минералов. Я шучу, здесь классная статуя какая-то непонятная. Что это за статуя? Харнет статуя. Не знаю что. Может, классная вещь. Я прочитаю в следующий раз, вам скажу обязательно. Что за Харнет статуя? Ну, это все было, конечно, только ради статуи, я чувствую, вот эта вот вся тут фигня. Ну, значит, это полезная вещь. Дождь идет. Неужели дождь? Что это значит? Это значит, где-то близко Земля. А близко ли Земля? Где я? Не, по-моему, Земля совсем не близко. Бум-бум-бум. Что здесь такое? Что-то там светится.
тысячи чертей. Это будет не очень весело, но... Я, пожалуй, отключу. Я буду просто тупо прямо копать. А, нет, все, не буду отключать. Это уже сразу весело. Вон слизни внизу. Эй, привет, привет. Что здесь такого есть? Слизни, слизни. Ничего интересного, скажете вы. Ну нет. Да, правда, здесь нифига интересного. Давай, прыгай на меня. Иди к папе. Иди к папе. Давай, прыгай на меня. Да, получил. Ох, такие тупые эти слизни. Ох, еще одна статуя. Я зашел просто. Ой, настоящее... Богатое место такими вещами. Давай. Давай. Два красных слизня. Я настоящий убийца красных слизней. Вы знали мое второе имя? Да. Краснослизявый убийца. И забираем это. Статуя ангела. Надеюсь, она позволит мне призывать ангела, который будет со мной летать и защищать мою зопу от приключений. Нет, тут ничего интересного. Ну, зато в веревке хоть у торгаша котируется. Можно их ему сплавлять мегатоннами. Я иду куда-то наверх. Господи. Неужели здесь есть конец этого всего? Там есть железо наверху. Копаю-ка я туда чуть-чуть. С вашего позволения. О, красавец. Yes. О, это даже лучше, чем железо. Это серебро. Конечно, не надо рассказывать, что серебряное лучше, чем железное. Броня и там все-все-все. Что это за фигня? Водичка вылилась, и тут что? Ничего. Какие-то камушки. Кто здесь? Кто здесь такой рычалка? А я тут уже был. Мама, мама, мой пирожок. Я соединил два тоннеля почти, да. Да. Ну почти, но еще не соединил. Сейчас соединю. Тут еще какой-то промежуточный тоннель, может в нем есть какой-то толк. Также я надеюсь, я не на запись буду просто копать тоннель прямо у себя под домом, как говорится, на грядке. В ад. Просто тупой тоннель в ад. Чтобы не бегать вот по таким катакомбам, а просто сразу отправляться в ад. И там уже принимать адские процедуры на грудь. По две каждый вторник сентября. Чтоб тебе эта веревка. Будет прикольно, когда настоящий... О, тут там... По-моему, кто это? О, сапфир, yes. Не зря пошел. Сапфиры это круто. Сапфиры это классно. Надеюсь, из них можно делать классное оружие и броню.
И тут еще что-то. Что это такое? Ну, железо. Ну, железо. Ну, хорошо. Сделаю себе железный сет, наконец-то. Yes! Достал. Все, я тут все разведал. Ну, это еще какая-то фигня. Тин, блин, ну, тин. Тин не котируется, не котируется. Так, иду наверх. Что здесь? Торх. Точно буду сортир из этого улова делать. Уже полчаса я играю. Как одна минута. Спасибо, что смотрели. Я сейчас вернусь назад, наверное, скрафчу что-нибудь и посмотрю. И буду рыть тоннель вниз. Нет, я, наверное, просто вернусь назад и буду тоннель вниз рыть. Заодно собирать всякую нечисть вроде железа, бла-бла-бла-бла-бла. А к следующей записи уже скрафчу себе полный железный сет. Пока! Спасибо, что смотрели.